Так это что получается? Я клон того СиДжея, который давным-давно сдох на Земле? Ну, примерно так. Блин, как все запутано. А мой брат Свит? Его ДНК у вас тоже есть? Ты должен кое-что знать. Ты не сам сдал свой ДНК в банк. Ты умер задолго до катастрофы. Как это? Горькая правда, но именно твой брат Свит убил тебя. Тупо за деньги. Нет, Свит? Не может быть. Я понимаю, что тебе нелегко это слышать, но это так. После этого его посадили. Надолго. А из тюрьмы ДНК не принимались. Даже не знаю, как ты оказался в базе, но это и хорошо. Ладно, оставим сентименты. У нас сегодня серьезное дело. Один подпольный профессор овладел технологией клонов и возрождает всякий сброд из прошлого. Мы не можем себе позволить повторение истории Земли. Его надо уничтожить, стереть в порошок. Мы нашли чувака, который сдавал профессору данные из нашего банка ДНК. Клонировали его, теперь его клон приведет нас к профессору. Сегодня у них встреча на подземной стоянке аэропорта. Устройте засаду в условленном месте и мочите обоих при обмене. Давай в машину. У них встреча в 9, нам надо быть там заранее, в 8. Садись за руль. Наша наживка. Теперь дождемся профессора. Вот и он. И кто же из них профессор? Какая разница? Мочим всех. В мотоцикле клона жучок. Радар в машине. Прикончи профессора. Если он уйдет, мэр нас точно закопает живьем. Торопись. We'll be right back.
Ты совершаешь ошибку, Си-Джей. Откуда ты знаешь мое имя? Мэр меня опередил. Арни должен был принести твои ДНК. Мэр не так уж и заботится о жителях Алиен-Сити. Представляю, что он тебе наговорил. Почему я должен верить тебе? Тебе многое еще предстоит узнать. Но единственное, кому верить нельзя, мэр. Вот блин, ушел. Ладно, а если он прав? Как дела, сынок? Надеюсь, ты сделал, что должен. Ну да. Изрешетил и выбросил в море. Отлично. Отдохни пока.